Привет. Как сам? Трескаешь углеводы? Я Макс Куперман. Дай пять. Джек Тейлер. Знаю. И знаю про здорового футболиста из Айовы, который рад-радешенек, что ты отбыл. А это откуда? Интернет-брат. Кто-то снял, весь мир глазеет. Да брось, ты что, не искал себя в Гугле? Ребятам понравился твой хук правый. Просто классика. Этот клип теперь пошел по рукам. О, Шики. Про тебя идут разговоры. У нас тут тоже не кролики, тебе надо посмотреть. Кстати, недавно, когда ты видел нашу драку, тогда все было планово. Организованный махач. Осмотрелась как Месилова. Я коплю в себе чи. Я тренируюсь у мастера, Жана Рока. Он учился у Грейсис. Жан вышел в финал игр в Валиторро. Прикинь? Вот, зацени. Так, хорошо, не форсируй. Теперь ты. Так, давай. Не надо чистить. И помни про дыхание. Слушай, спасибо, но я не интересуюсь. Что? Брось, парень, ты чего? Ты можешь попасть в книгу славы. Ты не знаешь, что впускаешь. Ты же прирожденный боец. Я не по этой части, парень. Джейк Тайлер. Драка на футбольном поле. Тебя подвезти? Нет, дойду. Уверен? Мы врубим канди, не жаришься в своем свитерке. А твоя тачка в ремонте? Ну да, почти. Моя тачка в автосалоне. Новенькая BMW. Можешь забрать ее для меня, как будет время. Цвет серебристый, только денег нет. О, боже. Так ты бедная. Ну, у нас вечеринка. Ты придешь? Ты там будешь? Нет. Чего бы? Она приглашает на тусню, где ее не будет. Это логично. Извини. А вот и адрес. Если захочешь. Заглянешь? Да. Спасибо. Ему всего 9, он выиграл 6-3. Ты один совсем приехал. Малыш. Не торопись, еще наверстаешь. We can make it.